Йоу. Йоу, всем привет, с вами Михей. Короче, мы сегодня едем со Стасом в Борисов. Сейчас мы встречаем Максона, там, короче, будет еще много людей. Ссылка на Инстаграм тоже есть, вы видите на экране. Короче, мы сейчас выпиваем по освежающей баночке флеша и выдвигаемся на электричку. Сегодня будет максимально насыщенный день, поэтому настроение у меня в топе, погнали. Кстати, хотел сказать, что с этого момента теперь я представляю Чаби. Йоу, короче, с вами Михей, ну это понятно. Мне пришла посылка. А посылка пришла мне из Британии, и это бренд Чаби Скутерс. Написали мне как-то Чаби Скутерс, мол, привет, не хочешь ли кататься за наш бренд? Я такой, серьезно? Они написали, что нам нужен человек, который будет тестировать детали, где плохая плитка, и где наш бренд еще не особо популярен. Я такой, давайте. Ну, короче, сейчас мы откроем, покажу вам, что пришло. Ну, почта — это понятное дело. Так, первое. Шкурка Чаби Скутерс, Чаби Уилс. Так. Самое то, чего нигде нет. СКС, вилка Чаби. Такая вот красивенькая. Я все сниму поближе, чтобы кайфанули. Хромовая вилочка. Довольно, кстати, легенькая. Так, опа. Болты в комплекте. Тут и проставки под колеса какие-то, прикольно. Стикер Чаби. Так, опа. Пакет. 0.44 Михи Инджо, как-то так. Рулевая Чаби Скутерс, наконец-то. У меня не будет ничего лифтить. Как она открывается. Открою, потом покажу вам. Самые красивые — это колесики. Колесики, пончики. Ну, короче, сейчас все сниму поближе. Покажу вам, как получился самокат, и пойдем кататься. Короче, все. Это, можно сказать, чувак, это видео на 50 тысяч. Это было больше. Вас, наконец-то, 50 тысяч. Оно выйдет, когда мне уже будет 50 тысяч. Чувак, я адски рад. Реально, спасибо вам большое. А мы выдвигаться. Ждем Максима, чтобы поехать, наконец-то, на электричку и максимально быстрее сесть, быстрее доехать. Я даже взял книжку, чтобы посчитать. Это очень странная тема, потому что Михей читает, это редкость. Ну, короче, все. Очень жду, включу камеру, когда мы будем, наверное, в электричке, либо возле нее где-то будем. Смотри, какая машина. Короче, чтобы вы понимали... Моя. Чтобы вы понимали, буквально 3 месяца назад, 3, наверное, вот этих домов не было. 3 даже. Да, 3. 3 месяца не было вот этих домов. Вообще ничего. Теперь все в этих домах. Там еще дома, вон там, был 2 дома. Там был лес. Там был реально лес. Там был мой шалаш, где я ногу пробил. Шалаш бомжа. Геннадий Горин, я нашел шалаш бомжа. Это на самом деле это шалаш бомжа. Вот. Можно и так. А где-то... Короче, все как обычно пошло по... Я просто запикаю. В общем, оказывается, мы приехали на Минск Южный, а нам нужно Минск Пассажирский. У нас осталось 17 минут, и я надеюсь, мы успеем. Пожелайте нам удачи. У нас осталось до поезда 8 минут 30 секунд. Ставь ставку, мы успеем? Мне кажется, да. Типа, смотри, тут нам ехать одну станцию, еще пройти минуту две. Если сейчас поезд поедет, то мы успеем. Если не поедет, то мы успеем. Мы должны успеть. В крайнем случае, надо попробовать. Жодина, Печенский. Жодина. Мы успели. Мы успели. Прям за минуту, даже меньше минуты до того, как двери закрылись. Да. А они еще не закрылись. Еще нет? Да, еще двери закрылись. А, хорошо. Все там. Вот они. Мы успели. Следующий сходит. Следующий прикол. Мы могли не ехать сюда. Снимаем. И снимаем. Следующая станция Минску сходня, откуда мы гнали. Нет, он будет ехать где-то минут 30. Поэтому, типа. Нет, не минут 30. Там 13:00 поезд.
Мне кажется... 12.58. А мы сейчас сели на 12.00. Там, видимо, есть поезд, который оттуда стартует. Да. А похер. Едем в парк. Мы приехали, и нас уже встречает спот. Короче, я тут уже был один раз, но пошел дождь, и я даже не вошел. Скейт-парк был закрыт, теперь он открыт. Короче, как приедем, я включу камеру. Борисов город небольшой, похож на Минск. Ничего нового. Короче, мы пригнали. Нам пустили, можно сказать, по бартеру. Все хорошо, спасибо большое всем. А вот сам парк. Короче, тут много кого наших знакомых. Меня Дека по шлюпе шлёпнула. Спасибо, что привез. Поздравляю с двумя випами. Спасибо, спасибо. Теперь отгони рубашку. Так как в Борисове была дикая жара и было невозможно кататься, мы поехали домой. Мы поехали домой. Поспали. Спали мы очень долго. Мы гуляли до 5 утра, потом пошли домой. И до 3 часов сидели дома, вернее, спали почти что. И сейчас мы едем на столетво снимать до 24, потому что видос вышел только на 7 минут, поэтому мы сейчас будем доснимать, так сказать, день-два. Едем на столетво, надо снять что-то прикольного. Да. Йоу, чуваки, так как я теперь представляю Chubby Scooters, хочу объявить конкурс на шкурку, которая мне пришла. В общем, для того, чтобы принять участие в конкурсе, нужно лайкнуть это видео, в комменты написать что-нибудь интересное, зачем вам нужна шкурка, и оставить ссылку на свой ВК. В следующем видео я рандомным образом выберу и отправлю вам шкурку. В следующем видео итоги, это понятно. Погнали. Had a few friends that were close, yeah. We were cruising Newport for the show, yeah. Long tan legs, oh you know it. Growing up in Cali really ain't a bad deal. The girls look fine and about half a real. I got my mind set on mine, she a bad chick. I wanna see if I can get her on a mattress. Said she's almost done taking all her classes, but she really doesn't care if she passes, cause she wants to go to LA be an actress. I said that sounds about right, she needs practice. Hey, I'm just here for a good time. Had me a margarita with a little lime, and the sun's out feeling like it's summertime. Keep sipping while I listen to some Sublime. She's looking so fine, I think she's got what I need. I'm wasting no time, want her to come with me. Should be a damn crime.
сказал. А нахер ты снимаешь-то? Короче, хочу сказать всем спасибо, что посмотрели мой ролик. С вами был Михей, участвуйте в конкурсе, а я дальше балансирую. Сделаю баланс-граб. Йоп. Держу. Короче, все. The West Coast is the place to be. With a little bit of honey, you attract the bees.